Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня у нас часть 2 про инновационную систему окрашивания Smart Brow Tinting System. Поговорим о колористике и о том, как же краска у нас окрашивает кожу и в какие цвета. Для того, чтобы это вам показать, нам нужен будет листочек бумаги, да, А4, и моя рука. И сегодня мы сделаем с вами выкраски на коже. Сейчас мне нужно в равных пропорциях смешать краску с окислителем именно тот цвет, который прописан в листочке. Для того, чтобы мне было удобнее, я сразу возьму окислитель, сразу замешаю все цвета красок в пропорции 1:1. Да, будет 1% окислителя и 1% краски. То есть изначально я беру окислитель. Это окислитель с новой системы Smart Brow Tinting System. И выдавливаю горошинками. Смотрите, сейчас у меня будет, я покажу вам 4 варианта цветов со Smart Brow Tinting System. И дальше я вам покажу, как можно изменять цвет уже другой краски, гель-краски, но с помощью бустеров. Поэтому я точно так же сразу буду замешивать и гель-краску в пропорции 1:1, но к нему дальше добавлю бустер. Если вы еще не знаете, что такое бустеры, посмотрите обязательно часть 1. Выдавила окислитель. И теперь выдавливаю краску. Первая у меня краска Deep Brow Tint цвет Icy. Icy — это холодный темно-коричневый. И выдавливаю его столько же, сколько и окислителя. И смотрю, где мне еще нужен Icy. Вот мне еще нужен Icy. И сюда также выдавливаю. После беру Spicy. Spicy, да, переводится такой горячий, острый. Это теплый коричневый. И здесь у меня спайси. И гель-краску я смешиваю, окислитель гель-краски с цветом medium brown. Точно так же в пропорциях 1:1. Теперь в некоторые цвета мне нужно будет добавить бустеры, чтобы вы видели, как бустеры корректируют цвет. То есть бустер — это корректор цвета. Первый цвет я возьму индиго. Индиго — это синий, то есть он будет добавлять вам колор. То есть мы посмотрим, как у меня будет, например, Icy смотреться в чистом виде и как у меня Icy будет смотреться с корректором цвета, с бустером. Я единственный бустер выдавлю сбоку и буду просто кисточкой их добавлять. Их нужно добавить совсем чуть-чуть. Сразу индиго и айси я замешиваю. И также айси я добавляю в краску medium brown, потому что я хочу, чтобы вы видели, как бустеры работают с другим красителем. То есть бустеры можно добавлять в абсолютно любые краски. И также замешиваем. То есть у меня здесь светло-коричневый цвет, нейтральный, ближе к теплому. И вы сейчас увидите, как с помощью бустера мы можем сделать цвет светло-коричневый, но более холодный. И теперь мы берем следующий бустер, это Orange, теплый бустер, оранжевый. Это тогда, когда вам нужно сделать цвет теплее. И вот мы, например, с вами в теплую краску, в Spicy, мы добавим еще и бустера. И добавляем в Medium Brown, то есть в другую краску, в гель-краску, тоже бустера. И теперь все смешиваем. Первый цвет у нас просто краска Deep Brow Tint Icy. Это холодный коричневый. Далее у меня Spicy, теплый коричневый. Холодный плюс холодный бустер,
теплый плюс теплый бустер. Также вы можете в холодный добавлять теплый бустер, у вас будут совершенно разные оттенки. То есть ваша задача просто дома взять и точно так же, как я вам показываю, проэкспериментировать, чтобы вы понимали, какие вы цвета можете получать. Это чисто medium brown, светло-коричневый гель краски другой системы. Medium brown индиго я уже размешала, видно, что он уже начинает реагировать. И medium brown плюс orange. То есть здесь у меня должен получиться такой светло-рыжий цвет, а здесь должен получиться красивый коричневый, светлый, но холодный. И теперь делаем тестирование на коже руки. Берем цвет Icy. Вот в порядке, как мы наносили, точно так же я буду ставить свотчи. Далее Spicy. Icy плюс Indigo. То есть это холодный темно-коричневый, и туда мы еще добавили холодного бустера. Spicy плюс Orange. Теплая краска, теплый коричневый. Плюс оранжевый бустер. И дальше у нас идет гель-краска. Я специально взяла светло-коричневый, потому что на нем будет очень показательно. Нам часто нужно изменить цвет кожи, а цвет волосков, чтобы остался светлым. И вы видите, что система Smart Brow Tinting System реагирует намного быстрее, чем гель-краска. За счет нового алкалайзера, за счет новой щелочи. То есть краска очень быстро и очень ярко окрашивает кожу. И medium brown плюс orange. Краска Deep Brow Tint окрашивает только в темные цвета. То есть это отличный вариант для брюнеток, для тех, кто хочет очень яркое окрашивание на коже. Если вам нужно более мягкое окрашивание на коже, это тогда вам нужна гель-краска. И теперь нам нужно с вами подождать 5-7 минут для того, чтобы краска полностью проявилась. Но уже сейчас видно, что цвета окисления совершенно разные. Особенно хорошо видно по medium brown, где у нас первый цвет более нейтральный коричневый. Здесь у меня уже идет видно, что будет холодный подтон, и здесь у меня будет теплый подтон. Итак, смываем. Первый у нас был Icy Deep Brow Tint. Видно, то есть у нас такой холодный, насыщенный коричневый цвет. Подержали мы всего 7 минут. Дальше у нас Spicy, более теплый цвет. Сейчас он высохнет, вам станет видно. Далее у нас был Icy плюс Indigo. То есть еще стал более холодным. Далее у нас был Icy плюс Indigo, и дальше у нас Spicy плюс Orange. Видно, что такой прям красненький, потому что больше дала, чтобы было видно цвет бустера. И следующие три цвета я хотела вам показать, как бустеры влияют на другую краску, на гель-краску. То есть изначально у нас был родной цвет, светло-коричневый. После мы в него добавили холодный бустер. И далее мы добавили теплый бустер, Orange. Чем больше времени мы будем держать, тем более яркие, насыщенные будут цвета. Потому что гель-краски нужно было
с момента нанесения хотя бы 10 минут подождать для того, чтобы цвет стал более насыщенным. Но самое главное для меня было показать, как меняются оттенки с помощью бустеров. И видно, насколько быстро реагирует новая краска Deep Brow Tint. То есть ей достаточно 5-6 минут для того, чтобы получить очень сильный отпечаток на коже. Надеюсь, информация для вас была полезна. И помним, что делаем скрин, выставляем в сторис, отмечаем меня, и в течение недели 3 самых интересных сторис получат одну из этих футболок. Всем пока!